Всем привет, ребята, это шахматный камбэк и А5. И Кирилл пока так и не объяснил А4, план. А4, но против королевского надо биться на другой. А3. Ты не королевский. Так, и ладья Дальше. А3, ладья А3. Ну и H5. Я думаю, ну, две стоит, ну, H4, естественно. Так, ну пока неплохо, H3. H3, надеемся, что на удар конь H3. Погоди, я хочу трюк какой-нибудь. Какой трюк? Конь F7 он будет накидывать от железа. Ладно, хорошо. H3, вот на, очень надеемся на конь H3. А как я буду без ладья играть? Ну и нормально, все, отличная позиция. Почему у меня все стоит по местам после 9 ходов? Все, что не съели. Смотри, мы создали угрозу ферзь. Ферзь H4. Кстати, можем Кто ты? попытка разменять ферзей. А, ну самое время. Что делать в этой позиции? Ну и давить на пункт А3. Слон b7, ферзь a8. Ну да. Не, я к своему корейский фланг не держу. Рокировки-то в длинную нет теперь. Да вообще и нет, если так скажу. Отмотай позицию на 2 хода назад, пожалуйста. Я хочу посмотреть на это. Нет, еще. Вот. Вот на это надо смотреть. Это же соль вообще. Это соль этой рубрики. Так, d4. Ну. Не, соль рубрики в том, что нас сейчас дадут мат. Без всяких шуток. Нет, это понятно. Надо как-то готовиться к этому удару. Минимизировать потери. Знаешь, здесь уже нужно добывать материал. Кем тебе буду добывать материал? Конем соседним? Сам бы добывал. Так, вот он что-то задумал. Ну, это логично, вскрыть линию Е. Так, и типа у нас там пешки будут замечательные, да? Белопольная блокада, смотри. Все так заплодировано. У него есть. Вот не было бы у него пешки на c2, было бы вообще замечательно. Ну c4. А, ну Ну, смотри. возьму что-нибудь. Ну скоро c4 пройдет. Все, пошла атака. Все, она закончилась. Ну, да. Конь a7. Не, может, ферзь за 80. Ну там же нет ничего. Ну, нет, да. Да, жалко. Конь все-таки важная фигура. А вот сейчас есть. Ну, хочется c4. Да. И что скажешь? Отдам на e4. Хуже все равно не будет. Нельзя давать сбросить блокаду. И ферзь d5, что ли? А, поменять фигуру. О, а ты пешку отдаю. Зачем надал пешку? Шалмат ставить? Слон на 2 в промежутке, нет? Наверное, нет смысла. Ну еще одна. Мне чуть-чуть не хватает, по-моему. Ладно, так. Страшноватенько пока, нет? Угу. Чуть-чуть. Не, ну зато у нас фигурки, смотри, туда смотрят. Толку-то уже не смотрят. У нас их нет практически. Ну вот нам коня как-нибудь подключить на b4 и прям космос позиция. Не, ну тут хоть какие-то намеки начались, да, на то, что мы сможем что-то сделать в этой позиции. В этой партии. Ну позиция после 8-го хода это. Покажи еще раз ее. Сейчас флаг будет нам сносить. Я за. Позиция стоит. Позиция стоящая, конечно. Ну, взяли. На мат напали. Мат в 1 ход грозит, Да, ребят. между прочим, довольно серьезная угроза. А, кстати, как защищаться? А, триггер. Но это уже там, конь b5 Конь прямо. b5, да? С разрывом, по-моему. Конь Ну, b5. может, еще не с разрывом, но уже немножко боли соперник испытывает. Так. Ну и побили. Всю, ну, вот сейчас должны побеждать. Во-первых, без. Ну, аж одно качество отыграли, смотри.
Кому оно здесь нужно, по-моему, нет? Вот он правильно сыграл. Так, наверное. Шажок. Ферзя хотим выиграть. Ну выиграем. Не, ну выиграем уже, видимо. Слон b4. Ну конечно. Да. Можно даже минуту добавить или не надо? А зачем? Эта партия хороша и без этого. На ферзь b2 еще слон c3 добавить. В челюсть. Все-таки подписался под это, да? Зря, наверное, это сделал, сейчас он отдаст ферзя. Ну отдаст, ну что, тут у тебя 30 секунд. У тебя же не 6 секунд. Ну да. Всё. Вот что за человек? Нормальный человек сдался бы. Конечно. Ну у нас есть вечный шах. Так, все, пешки идем. Я думал Е2. Или там мало. А, да, да, ничего не произойдет. Успеем всегда все съесть. Е2 поставить успеем. Ну у нас гигантский перевес сейчас, по-моему. Ну выиграем абсолютно. Плюс 5. Ну все, f5, f4 и погнали. Ну да. Куда-то ферзя там ведем. Ну вот это сильно у него. Ну и короля туда. Шажок. Может даже ферзя где-нибудь скинуть, чтобы пешки туда пошли. Ну у него цугцванг. Я вижу. Ходить нечем. Допустили этот шах, король f6. А почему не в 6? Ну, чтобы не под ладья 6 не вставать. Ну, разницы нет никакой, на самом деле. Шах. Да, можно уже скинуть. С темпом, да. Можно еще второго скинуть. Да, 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 можно. Но тут уже не важно. Да. Да, всем спасибо за внимание. Ну, кстати, неплохой камбэк. Да, отлично, по-моему. Позиция после восьмого еще раз покажи. Будет замечательно. Так, вот это я хочу заскринить. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.